драўляная, сярэбная, залатое, урэшце дыяментавая. Вяселле найвышэйшай пробы, мара кожнай маладой сям'і і дасягненне герояў наступнага сюжэта. Што гэта? Наканаванасць лёсу ці ўменне будаваць адносіны на ўзаемапавазе, любові і прабачэннях? Па сакрэты сямейнага даўгалецця да сям'і Дубовік адправілася Аксана Шыдлоўская. Три гады заляцанняў до суседки, и Владимир все ж таки атрымаў дозвол на руку и сердце от батьков каханы. Александры ж тады было всего только 18. На вяселе, на уздзеньшчыне гуляла вся вёска. Батьки малады хоть и жили стипло, але ж свято детям зрабили ладное. Мабыть, верили, женятся аднойчы и на все жыццё. Мама шила платье из штапельного полотна. Белая ткань. Такие небольшие разводы, цветочки. Польский бастон, костюм был такой, я с ним сумел жениться. Владимир Иосифович, блокадник Ленинграда, удячны лёсу за падораное жыццё и за свою любую шурочку. Менавіта так, усе 60 годов сумесного жыцця ён ласкаво называе свою половинку. Гэта для своих вучняў яна Александра Александровна, якая больш за 30 годов аддана працавала настаўніцай у 79-й сярэдняй школе столицы. Своих же дзяцей и унуку выховывали разом, уласным прыкладом и мудростью. Запах детства, ну, наверное, он связан с перловой кашей, которую бабушка варила утром, чтобы мы с дедом ее взяли в качестве наживки. Очень бабушка тепло относилась к нашим увлечениям. Наверное, их можно назвать вторыми папой и мамой. Выпрабаванняў на их жыццё хапіла. Хапіла сил и терпения, каб их перажить. Нездарма кажут, что бяда на двоих – это паўбяды, а счастье на двоих – подвоенное счастье. У этой семьи оно трымается на взаимной повазе, умение чуть и пробачать. Жизнь, конечно, была, как у всех, полосочку, и много было темных полос, но мы умели верить друг другу, прощать друг друга, у нас не было ревности, рука об руку мы прошли через всю жизнь. Шестьдесятку пролетели, як одно імгненне. Не верят, что дочакаліся вяселенной вышэйшай пробы. Дыяменты, жартуюць, у руках не трымали. Дети, унуки, добробыт, возде сапраўдная каштоўнасць. А на адвечное пытанне, у чым сакрэт сямейнага даўгалецця, юбіляры без ваганняў отказали. Галоўнае, каб сэрца не было каменем, хоть и самым каштоўным. Аксана Шыдлоўская, Рыгор Крыштафович, агентство Теленавін.